Приветствую вас, дорогие мои музыканы. И сегодня краткий обзор аудиоинтерфейса Black Leon Audio Revolution. Но обо всем по порядку. Оказавшись перед выбором интерфейса, я стал подниматься по ценам снизу вверх до приемлемого качества и остановился на Moto M4. Но Moto 4 в наличии в городе не было. Я решил не мудрствовать лукаво и купил Remye Babyface Pro FS. Remye в рекламе не нуждается. Это действительно очень хороший и надежный интерфейс с удобным форм-фактором, если вам нужно часто переезжать с интерфейсом куда-то. С точки зрения записи инструментов или вокала, и RME, и Moto M4, и Black Leon по техническим характеристикам очень близки. Входная задержка около 2 миллисекунд. За очевидными плюсами RME Babyface Pro есть и минусы. При выключении компьютера карта не выключается. Выключать компьютер от сети, там, лазить, вырубать UPS неудобно. Выдирать USB-кабель неумно, потому что разносится разъем. Плюс, опять же, неудобная эргономика. Для меня неудобная. Ты теряешь время на регулировке любого параметра, потому что ты не можешь это сделать одним действием, одной ручкой. И я решил все-таки рассмотреть другие интерфейсы. Moto M4 и Black Leon Audio Revolution. Если вам нужно 4 входа одновременно, то однозначно выбор падает на Moto M4. Если вам достаточно 2 входов, тогда это не очевидно. Инженеры Moto придумали на задней панели одни из первых кнопочку выключения питания, чего нет, например, у RME. Но если вы забудете выключить мониторы и нажмете эту кнопочку на Moto, то получите хороший щелбан по голове. Инженеры Black Leon пошли дальше. При выключении компьютера каким-то непонятным образом карта паркуется, она выключается. Когда вы не первый год играете на одной и той же гитаре, через один и тот же процессор, и наизусть знаете звучание конкретных пресетов, вы легко услышите разницу между одним интерфейсом и другим, если она есть. Так вот она в данном случае есть. Включив гитару в Black Leon, я просто открыл что-то новое для себя. И еще один момент. Включив обычный динамический микрофон Black Leon Audio Revolution, я получил сигнал гораздо более мощный на выходе, чем через Moto или RME. Может, что-то я не докрутил. Есть серьезные ребята с осциллографами, которые там все это разбирают. Но вот по ощущениям, по возможности регулировать все, мониторинг для смешивания входного и исходящего сигнала, выходы на наушники, на мониторы, каждый канал, фантомное питание и автоматическое выключение при завершении работы компьютера – это все Black Leon.